Всем большой привет. Надо будет, кстати, дом куда-то его уже девать, потому что здесь все будем приводить в порядок, да? Так что дом как новенький был, есть, остается, да? Красава, красава. По нашему могучему сумасшедшему треугольнику кто-то спросил, отделка будет? Да, отделка будет. И цоколь мы тоже будем отделывать. Кстати, вот этот у нас на цоколь. Большой кирпич идет, вот АМК, вот, это уже второй год пошел ему, потому что еще брали тогда, когда фасад делали, а уже, я же говорю, фасад в том году сделали, но брали еще за год до монтажных работ. А здесь, конечно, да, нужно сделать. Кто не знает, это наш бермудский треугольник, да, не знаю, ну вот так великие инженеры сделали, такой треугольник непонятный, для чего он, зачем он, вообще по сути не сделаешь. Теневая сторона, здесь ничего не растет, кроме как улиток можно классно выращивать. Вот так. Ну и вот это китайская роза, по-моему. И все. А так в остальном тут ну, так прохладно. И, конечно же, эту сторону нужно будет утеплить, чтобы наш дом прям превратился в такой классный теплый термос. Это выход окон, это Лерускина, получается, детская, и Тюнина. Вот. И всю эту сторону, соответственно, мы будем утеплять. Утеплять стандартно мы будем пеноплексом. Вот. На стену у нас пойдет тройка, на цоколь пойдет у нас пятерка. Утепляем стандартно, это пеноплекс комфорт, он подходит для стен, балконов. Вот. Есть также пеноплекс, предназначен для фундамента. Соответственно, нужно будет сделать правильный монтаж. Этот вопрос уже немножечко поднадоел, я постоянно на него отвечаю, но все-таки еще есть люди, которые не уверены в применении пеноплекса. А вот в том, что при его утеплении та влага, тот пар, который образуется внутри помещения, соответственно, он не может выйти наружу. Вот. И тем самым у вас произойдет конденсат, влажность, от нее, соответственно, плесень, болезни и прочее-прочее. Сейчас мы находимся не зря в этой комнате, потому что эта комната была самая холодная. Кто не помнит, это была комната, наверное, с самой большой плесенью. Вот. Здесь было постоянно сыро, здесь был громаднейший конденсат, все текло вот так по окнам, по подоконнику, на пол. Разница в температуре между комнатами была просто сумасшедшая. Как мы с этим боролись? И было принято решение переделать полностью все отопление, делать новое. Оно было эффективное, полы хорошо грели, соответственно, тепло отдавало. Нам нужно было сделать так, чтобы мы не грели землю, вот, а тепло наше все уходило сюда. Соответственно, мы на утепление наших полов при заливке теплых водяных полов использовали в качестве утеплителя тоже пеноплекс. Ну, там уже толщина у нас была троечка. Второе, у нас комбинированная система отопления. Про нее многие из вас спрашивали. Соответственно, у нас здесь теплые полы и радиаторы батареи. За радиаторами батареями у меня еще находится тоже лист пеноплекса. Чтобы нашу стену на улице не топить, соответственно, стена очень холодная и теплопотери очень большие. Вот тогда мне еще сказали, ни в коем случае этого не делай, потому что все, опять это будет пар, он не сможет никуда выходить, и у тебя вся стена будет в плесени. Да, так и говорили на самом деле. Когда я начал утеплять дом, когда я начал утеплять цоколь, поступало очень много таких вопросов. Вот. Почему на дом я выбрал толщину тройку, на цоколь пятерку, друзья? Ну, сразу не нужно за мной повторять, потому что все мы живем в разных районах. Соответственно, у нас Ставрополье, у нас климат такой более южный, у нас очень тепло, зимы не такие суровые. Соответственно, кто-то на дом снаружи на стены пустит пятерку, мне хватило тройки, а соответственно, кто-то пускает десятку на утепление цоколя, а я пустил пятерку. Нам этого хватило, разница есть, я вам так скажу. Экономия нашего бюджета в отопительный сезон зимний, да, составила вдвое, сократилась оплата. Когда мы сделали теплые полы, соответственно, наша сумма вдвое. Мы начали платить в районе 2,5–3 тысяч рублей. Вот. И когда я утеплил 70% нашего дома, соответственно, отреставрировал цоколь, и мы его тоже утеплили, мы начали платить еще на порядка 30% меньше. Мы сейчас за отопление платим в районе 1,5–2 тысяч рублей. Ну, очень редко это может быть 2,5 тысячи, если прям мороз бомбанет под минус 30, но это очень редко бывает, очень редко такие месяца выдаются. Вот тогда, когда я начал утеплять дом, мне опять сказали, все, здесь будет плесень, здесь будет сырость, влага никуда не сможет уйти, ваш дом дышал, соответственно, у вас должна быть хорошая приточная вентиляция. Если вы этого не делаете, утепляете вы дом снаружи, не утепляете дом, в любом случае у вас дом будет плакать. Стены ваши будут плакать, будет конденсат, будет плесень. Мы утеплили наш дом, делали такой
термос. Но мне тогда сказали, ничего, поживи годик, и обязательно это все выйдет. Мы прожили год, все прекрасно. Я говорю, ребят, вот все нормально, нету плесени, нету сырых стен. Ну, вот еще один год, и все вот точно вылезет. Прошел второй год. Все прекрасно, вообще намека нету, чтобы где-то там плесень там была, где-то сырость там. Нет, вот еще один год, вот ну точно будет. Уже третий год, друзья, пошел. Я просто вот сейчас год закончится, третий, что вы тогда на этот вопрос скажете? И сколько нужно прожить? 10, 20, 40 лет? Может, уже нужно понять одно, что на самом деле утепление дома пеноплексом на самом деле работает, оно эффективно, оно экономит ваш бюджет. А если вы хотите ваш дом сделать эффективным, теплым, комфортным, то, пожалуйста, конечно же, я вам рекомендую утеплять стены вашего дома пеноплексом. Многие огородники делают теплые грядки. И это вообще офигенно, просто зайдите и почитайте, как в теплице с помощью пеноплекса делать классные грядки. Это на самом деле применение у пеноплекса очень много. Ну и конечно же срок эксплуатации, друзья, более 50 лет, согласитесь, это здорово. Кто хочет утеплить свои дома, помещения, друзья, данный пеноплекс вы можете заказать официально напрямую от производителя. Ссылочку на сайт оставлю, как всегда, внизу в описании под видео. Мы погнали дальше, друзья, работы много, времени мало, вперед. Красота, ласточки запили, вчера прям стаи таких было, не знаю, около 100 здесь летало. Его припекает, надо пойти кепочку посмотреть, потому что уже прям, ух ты, пчелы как летают. Так, что у нас здесь получилось, сделали 4 щита, 1, 2, 3, 4. Почему такие короткие? Все очень просто. 1,83 м это ширина наших перегородок между нашими колоннами будет. Соответственно, здесь они будут поуже где-то. Вот так. Мы их сейчас примерно кинем. Вот что-то в этом исполнении. Вот так. Все. Вот сантиметров 15-10 мы будем заливать. А сюда, я думаю, мы пустим ОСБ-9. Вот прям здесь ее забабахаем. Может, даже потом вообще в земле ее оставим. Не будем доставать. Она, в принципе, вообще не нужна. Вот. И, соответственно, здесь квадрат-то шире будет. Здесь будут колонны 40 на 40. Ну, плюс-минус. Минус нет, плюс. Плюс, там, к примеру, там будет, ничего страшного. Все равно это все землей засыпется. Здесь нам красота вам не нужна. А с той стороны уже цельные доски пойдут. Уже 6-метровые. Соответственно, ниточку натянем. И вот это уже по нолям верха у нас будут. Прям будем под низ, там, к примеру, подкладывать камни, может быть, кирпичи подсыпать. Внутрянку потом, я не знаю, либо водой прольем, либо потом пленочкой все мы укроем. Кинем туда армопояс. Вот. Увидите все. Кто там грыз? А? Кто сгрыз? А? Че ты виляешь? Кто погрыз нитку? А? Так, а где-то кепка-то была, по-моему. Так что все, мы погнали работать. Сегодня будет прям нереально жарко. Я вам тоже желаю хорошей погоды. Походите на свои приусадебные участки, наводите красоту и порядок, да, и будет вам счастье. Ну, первым делом, конечно же, наведите порядок в своей голове, остальное уже все попрет как по маслу. Погнали.
хулиган. Опять там нам оторвал все, да? А? Кто погрыз? Кто погрыз? Пошли. Пошли. Тут я про погоду прям сказал хорошая и опять портится. Смотри, какие тучи. Это все хорошо, а может и нет. А что хорошего? Если дождь пойдет, ничего хорошего не будет. Работа у нас встанет. Вот, это не есть хорошо. Зато вон коржан как четко на заборе стоит. А? Красавчик. А? Как дела? Уже сирень зацветает, смотри. Красавчик. Так, что у нас, что мы тут делаем? Методом проб и ошибок, да, все верно. Есть у нас ошибки, погрешности. Вот. Сейчас о них расскажем, что у нас вообще получилось. Опять шнур малыш оторвал, я сейчас вам уровень показал. Но вы должны понимать, видите, там ноль, вот, и пошел. Все это мы будем доливать, еще плюс, наверное, армировать. Это все хорошо, все нормально, опалубку мы начали бить, даже там уже начали присыпать. Вот, здесь еще нужно будет закрепить, кстати, USB 9 нормально, прямо так можно делать каркасик под наши колонны. Вот, и что-то я подумал, чересчур у меня как-то фундамент получается узкий. Это не то, почему у нас фундамент так выпирает. Вот, дело в том, что здесь небольшая ошибка. Я совсем забыл о том, что у нас наши перегородки должны быть в середине наших колонн. Они не должны находиться вот здесь. Получается, тогда будет вся стена ровная. Вот, и колонны, это все будет выглядеть некрасиво. Нам нужно было делать смещение. О чем я говорю, сейчас попытаюсь объяснить. То бишь, вот эта колонна, каркас, у нас 40 сантиметров. Соответственно, где 20 сантиметров, это будет середина. И от середины у нас блок еще тоже 20 сантиметров, 10 сантиметров. Нам нужно было сделать вот сюда. Как вы поняли, да? Я забыл совсем про это. И начал нашу опалубку просто сдвигать сюда. И 20 сантиметров. Тут даже не 20, я еще запасом немножечко брал. Здесь вот 22,2, 23 где-то играется. Вот. И сдвинул. И это не есть хорошо. Уже вот так землей присыпал. Здесь сделал ограничители вот такие. По 10 сантиметров. Потом бы я их перенес вот сюда. Повыше бы сделал. Между собой мы тут сбили. Ну, ничего не поделаешь. Вот... Бывает такое. Поэтому сейчас нужно будет это обратно все достать. Стенку нам увеличить на 10 сантиметров. И, соответственно, ширина нашего фундамента. Ну, здесь уже залито, здесь чуть-чуть, да, у нас будет 30 сантиметров. Вот, отступить, чтобы наш блок стал. И посередке пошла у нас перегородка. Чтобы это все выглядело у нас красиво. Единственное, я не понял, у меня вообще по участку здесь странные непонятные вещи. Дальше я не смог углубиться, потому что там идет бетон. Конкретный, монолитный. Вот, и он идет вот туда куда-то. Потом дальше. Где вот этот прекрасный пакет? Здесь у нас тоже идет бетон. Помните, я когда делал отмостку на доме, у меня там выходило порядка где-то 50 сантиметров шириной. Вот бетон залит, и он отходил от фундамента, от дома сюда. Может, сюда что-то пытались пристроить. Дальше я еще не углублялся. Вот. Но я буду углубляться. И что? И может быть здесь еще будет где-то бетон. С этой же стороны. Вот, чтобы не мудрить ничего, я сделал очень просто. Засверлился и саморезы по бетону. Я вот в старый наш фундамент закрутил. Все, у нас теперь жесткая конструкция. Выставлял четко по уровню. По шнуру старался. Но единственное, конечно же, немного неудобно, потому что доска кое-где кривая, пляшет. Ну, там плюс-минус сильно нету. Там где-то 0,3 миллиметра. Вот потом мы первый ряд, который будем ложить блоков, мы это все выровняем. Делал так, чтобы просто потом брать шпатель. Ну, пусть это будет у нас уровень, да? И просто мы будем идти вот так. Вот, получается, вот это у нас уже будет ноль тоже заливки. Полностью мы это все заливаем. Вот, не надо изнутри как-то что-то там пробивать и разглаживаем. Все будет четко. Хоть бы погода не подвела, а? А так все нормально. Сейчас потихонечку попрем, будем выставлять и будет нам счастье. Короче, вот такие дела. Поэтому, говорю, надо все считать. Не нужно спешить, потому что от спешки ничего хорошего не будет. Пока вариант.
пока погода дает, мы погнали.
Заходим в наш огород. Да уже выносить надо уже. Вот баклажанчики подросли здесь, белые, черные. Я еще не распикировал вон этот. Ё-моё, это чьи перцы? Это. А это подписчиков перца. Вот что семена. А розмарин, наконец-то я запомнил. Ну так медленно растет, я не знаю, у всех-то. Вот смотрите, он какой. Они вот нежненькие. Знаете, чем-то напоминает мне эти цветы. Как же их? Ну скажите, вот эти мелкие, они много их. Они вообще тяжелые. Долго-долго они растут там. 2 или 3 месяца. Ё-моё, забыл вообще. Короче, поняли. Да, с отмосткой вообще непруха какая-то. Ой, с отмосткой. С опалубкой. Во-первых, я ни разу ее не делал никогда. Вот. И все равно, да, как-то что-то это. Я сгорел вообще. Смотрите. Смотрите, вообще краснючий. Тут солнце такое было конкретное. Не прет, но попрет. Попрет, мы въедем, поймем, как оно что, как пойдет, как быстрее, уже будем знать. В жизни много бывает сложностей. Обычных бытовых, ну и, конечно же, финансовых. Без них никуда, друзья. Вот. Все вы знаете, что такое кредиты. Да, мы и сами часто с этим встречались, брали. Может, даже и предстоит брать, потому что жизнь, понимаете, она нелегкая такая штука. Тем более, вот даже металл мы сейчас считали. Ехать в магазин очень дорого, а чтобы крупно закупиться, это уже совсем другие деньги. Это не те деньги, там 10-20 тысяч. Здесь где-то минимум, чтобы выгода была, нужно где-то около 150-200 тысяч. Вот сразу разом заказал, посчитал. Вот. И тогда уже есть, конечно же, смысл заказывать. А так, если ты по чуть берешь, ну, конечно, это в копеечку вылетает. Поэтому, ну, вот, кто бы как бы ни крутил, как бы что ни было, друзья, бывает такое, что ну, кредиты нужны. Нужны. Ему вот машину брали в кредит, да? Потом да. Так получилось, раз, быстренько выплатили. Вот. Ипотека. Да, вообще, ну, ипотека, это вообще, по-моему, ну, не 90%, наверное, процентов 60 точно в России знают, что это такое. Да, и сегодня, конечно же, хотел поговорить с вами на тему, которая будет близка каждому мужчине. Любой мужчина хочет лучшего для своих близких, как я уже говорил. Вот. Но не всегда бывает так, что хватает зарплаты, мы что обычно? Едем в банк. Кредиты, берем, не дай бог, какие-нибудь быстрые займы. Для того, чтобы наша жизнь стала лучше, жизнь наших родных и близких. Не всегда бывает быстро все это выплатить. Кто-то бывает не тянет кредит, какие-то еще возникают проблемы. И все это куда ведет, конечно же, в эту большую долговую яму, друзья. Все вы знаете, бывают быстрые сокращения, закрытие фирм, магазинов. Теряете работу. Ну и, конечно же, нужно быстренько решать данные вопросы, чтобы он не стал большой проблемой. И у меня для вас есть очень полезный контакт. Булат – это эксперт по выходу из долгов. В описании оставлю ссылку на опрос для подбора лучшего вашего решения ваших проблем по кредитам, по долгам. Пройдите опрос, и бонусом вы еще дополнительно получите бесплатную консультацию специалиста. Знаю, будете спрашивать, оставляю контакты на его все социальные сети, где вы найдете очень много полезной информации. Поэтому всем желаю, чтобы у вас было все благополучно, всех вам благ, здоровья крепкого. Вот. Ну и, конечно же, чтобы у вас было намного меньше проблем. Самая большая была проблема, это, не знаю, там, в выборе какого-нибудь там Rolls-Royce, там, белого, либо черного. Вот. Поэтому, друзья, если информация была полезна, то, пожалуйста, переходите, смотрите. Так, мы дальше погнали. Уже поинтереснее, уже прям уже... Глаз радуется, что-то на что-то начинает быть похожим. Вот, как говорится, руку мы плавненько потихонечку набиваем. Вот так у нас уже все выглядит, все аккуратно. Вот, поэтому строго не судите, это мой первый такой опыт. Знаю, будет много вопросов, возможно, почему не сделал упор с этой стороны, с этой, там, и пятое, десятое. Вот, как ты будешь закидывать сюда армопояс. Проще же вязать вот здесь, рядышком, потом сюда его погружать, помещать. Вот, да, возможно, соглашусь, но, в принципе, мне никаких проблем не стоит сюда арматурки позакидать, квадраты сделать, не знаю, как они правильно называются, к которым привязывается арматура. Я могу не вязать, просто сваркой пройтись и поприхватывать. Вот, и проблем никаких нет. Это вот просто временно стоят наши упоры. Вот, потом мы сверху, чтобы никуда она не убежала, не сложилась, вот так тоже закрепим, только на высоте. Нам мешать как раз не будет. При заливке мы будем спокойненько работать. А это все можно будет убрать. Вот проблем никаких. Вот так здесь все под колонну у нас есть. Все четко по размеру.
уровень все равно немножечко пляшет, потому что доска неровная. Где-то вниз, где-то вверх. Ну, в любом случае, более-менее там, ну, есть, конечно же, перепады. К примеру, сейчас что у нас здесь? Вот здесь, видите, немножечко сюда уже пошло. Здесь уже поровнее. В основном, конечно же, везде ровно. Везде ровно. Но опять же, будем блоки ложить, мы будем уже выравнивать. Кинем лазер, отобьем все, все хорошо, все. Потом шнур натянем и будем по шнуру работать. Но это уже, конечно, не тот перепад, сами понимаете, да? При котором при таком слое не вариант вообще просто откорректировать. Все это уплывет, все блоки куда-нибудь. Вот. Поэтому здесь как бы проблем нет. Вот так все подсыпал. Все нормально, никуда ничего не денется. Можно теперь свободненько все это дело засыпать. Арматуру сюда буду вставлять. Она будет вверх подниматься. Пусть блоки проходить. И постепенно, возможно, где-то будем котировать. Вот, соответственно, ну, сейчас длинные не нужны нам арматурки. Мы их сделаем, к примеру, метр. Потом уже, когда будем возводить колонну, соответственно, будем добавлять, приваривать к данной арматуре еще одну, вот, тем самым армировать наши колонны, чтобы они вообще уже никуда не уехали. Вот. А так, я думаю, нормально. Старый фундамент был без армопояса, он всего лишь 20 сантиметров. Тогда получается, наш уже будет капитальный, здесь минимум будет 40 сантиметров с армопоясом. Я думаю, за глаза хватит нормально и проблем никаких не возникнет. Вот, в дальнейшем. Поэтому на эту сторону, не знаю, я уже говорил, может быть, добавлю к трубам что-нибудь, приварю, может, проволоку шестерку, вот, и сюда тоже дополнительно мы это все дело заармируем и потом зальем. Поэтому, по факту, конечно, тут осталось немного. Многие спрашивали, нельзя было вот так забор выдвинуть и землю эту законить. Нет, нельзя. Есть строгое межевание, по которым строится участок, тем более любое проектирование, любое перемежевание либо приватизация данной земли, нужно все это согласовывать с соседям. Соответственно, если они против, то, наверное, у вас ничего не получится. Не знаю, как-то так, по-моему. Вот это раз, а во-вторых, не вариант, потому что мы сейчас где-то вот находимся. Вот, во-первых, столбы. Это у нас под интернет, телефон. Они обслуживаются, да, они не должны находиться во дворе. Вот, человеку нужно будет, к примеру, быстренько полезть, исправить аварию, он же не будет ждать, пока вы приедете, его впустите. Вот, это раз. Во-вторых, здесь проходит центральный водопровод, где-то вот рядышком. Соответственно, где-то авария произошла, к вам приехали, снесли ваш забор, вот, выкопали здесь у вас на ваших прекрасной клумбе, или что у вас там будет, громадную яму, вот, и исправили все это. Потому что преддомовая территория земли очень маленькая, мизерная, я бы так сказал. Если мы будем равняться по воротам вот этим, да, здесь буквально получается 3 метра. Вот, просто есть такие территории, что, к примеру, от забора до дороги там 50 метров, 30 метров. Вот, конечно, там совсем уже другое дело. Там и трубы в другом месте проходят, и, возможно, там часть земли можно как-то выкупить, оформить. Но здесь такого варианта не пройдет. Вот. Поэтому не думайте, что я там расширился, еще что-то. Нет, расширяться мы не будем. Мы просто сейчас заливаем данный ленточный фундамент. Вот. Потом от него, наверное, сюда еще пойдет фундамент. Не наверное, а так и будет. Вместе я их не стал связывать, потому что такой угол будет и нагрузка при той длине. Вот, нужно будет деформационный шов в любом случае оставлять. Поэтому вот этот данный забор вот здесь, у него пойдет отдельно свой фундамент. Вот. Пусть он там по-своему играется. Этот уже будет здесь у себя. Я думаю, у нас все получится. Да, нелегко, но потихонечку, плавненько продвигаемся. Вон, кто кайфует, смотрите, кому жить хорошо. А? Ты чё? А? Чё расстелился? А чё, ему хорошо? Вон, чёрный, его солнышко нагревает вообще капитально, да? А? Малышандра. Малышандра. Где он? Нормально все с ним, где он? Смотри, нитку больше не рви, уже 5 раз перекусил. Понял? А? Понял? Подлиза. Фу. Так, в принципе, данных досок хватит. У меня здесь получается 3 доски 6-метровых и 3 доски 4-метровых. 6-метровый хватает вот на вот этот пролет, соответственно, который остался у нас пустой.
прям четко, прям до забора. Ну, четко до забора хватает. Плюс отсюда еще выйдет та палубка. Мы их вместе соединим. И все, здесь уже будем крепить. Закопаться не могу, потому что у меня железобетонные плиты лежат. Это не вариант их долбить, доставать. Это вообще просто там толщина нереальна в них. Они тем более армированы. Вот это вообще просто дурдом. Ну, сверху просто залью бетоном. Я думаю, ничего там зимой такого страшного не произойдет. Тем более глубина здесь 35-40 сантиметров. Все мы это засыпем. Это все будет в земле находиться. Вот так будем выравнивать. Может даже еще выше уровень у нас будет. Вот такие дела. Поэтому надо хорошо отобедать, набраться сил и вперед, 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 вперед. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе, да? Ты знаю, уже просятся на улицу, но их надо плавненько закалять, закалять. Я вот дверь открываю данную, вот они здесь как бы нормально. Вот, и я думаю, уже скоро мы их уже прям в грунт пересадим, потому что уже тепло, ласточки прилетели, комары пошли, мухи, вот, а мухи просто так не оживают, они не прилетают. И уже плавненько будем высаживать нашу рассаду. На чем остановились, что продолжим, да? О, голова уже вообще закипает. Кто-то говорит, устал. Нет, ну устаешь даже не от физической, а лучше физически работать, да? Ты пришел там раз, лег, все там, отдыхаешь. А когда нужно думать головой, это совсем другое. Ошибки бывают, это хорошо, это нужны, на ошибках учатся, это вообще здорово, прекрасно. Ты запоминаешь вот свои косяки. Так, из хороших новостей, что у нас? Две новости, там мне позвонили по забору, по материалу. Сейчас нужно будет опять просчитать, потому что я считал только на колонны. Соответственно, я уже говорил, зависит будет ширина колонн от ширины штакетника, от расстояния между штакетниками, да, сколько оставляем. Теперь нам нужно высчитать, где у нас остановится калитка, с какой она будет ширины, на нее сколько будет тоже туда уйдет. Это... Да, ты куда смотришь? Я думаю, когда думаю, я никуда не смотрю. У меня этот... Я просто разговариваю, а мозг у меня о другом вообще думает. Вот, потому что каждый, сейчас если неправильно посчитать или перерасчет будет, да, во-первых, потом этот штакетник вы никуда не денете, никуда не определите, потому что он считается по погонному метру, соответственно, неправильный подсчет, это уже перерасход ваших денежных средств. Вот, во-вторых, сейчас позвонил мне инженер кадастровый, потому что мне нужно было точно определить точки моего участка, границы. Я сейчас буду выносить забор, примыкание буду делать к соседскому забору, а как вы знаете, там наискость, вот так вовнутрь у нас ходят ворота, вот, и мне это смущало, там как бы, вроде моя территория, вроде не моя, в общем, чтобы уже точно удостовериться, вот сейчас я его жду. Как раз мы этот вопрос решим, и я уже буду знать, убираю я эту стенку, не убираю. Там уже начал сбивать опалубку уже на улицу 6-метровую. Сейчас мы это будем выносить, все тоже устанавливать полностью, да, и уже потом будем вязать армопояс. В принципе, жду от вас комментариев, возможно, советов. Это моя первая опалубка, я никогда их не выставлял, не заливал. Сейчас хочу очень маленькое пояснение дать. Кто-то скажет: ой, да что там выставлять? Друзья, ну есть разные моменты, когда вы, к примеру, заливаете фундамент, да, под забор, где у вас просто вы заливаете столбы, и к этому забору вы привариваете металлопрофиль, и, соответственно, вот этот уровень у вас на фундаменте, когда играется, пускай даже 1,5-2 сантиметра, его там вообще незаметно, когда вы просто делаете вот забор из профнастила. Но когда вы на этот фундамент кладка из блоков, поверьте, и вот этот перепад, он у вас так сыграет, ну, кто знает, о чем я, тот меня прекрасно понимает. У кого ремонт, вам легкого ремонта, у кого стройка, тоже вам легкой стройки, не спешите, 100 раз все проверяйте, не нужно никуда торопиться, лучше потихонечку, но вот все будет у вас так, как надо. Поэтому все, друзья, вам хорошего, вам счастья, мира, любви, да и пусть. Как всегда, все у вас будет хорошо, но мы надолго не прощаемся, скоро с вами обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока и берегите себя. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind.
Cause I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that hurtful. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful.